вот как-то уже потемнело. Я пошла в Хаммерсмит, там сяду на автобус. Возьму автобус, как я обычно говорю. И поеду в Чизвик. Чизик это произносится. Чизвик пишется, Чизик произносится. В общем... Ой, что я хотела сказать-то. До 3 часов он работает, сейчас уже 1 час. Полчаса туда ехать. Ну, в принципе, мне хватит 1 часа, чтобы показать всю эту красоту и поснимать. Очень много сумок на мне. Поэтому... А это что, там рюкзак сзади? Поэтому тяжеловато. Но надо. Ехать надо, потому что кто знает, когда потом обратно. У меня flexible ticket, то есть билет взят на 1 апреля, но я могу в любой момент его поменять без каких-либо дополнительных доплат. Если тут разгорается коронавирус, я бегом лечу домой. Ну вот, как-то так. Все, чао. Зеленый как раз. Но работают пожарники. Что-то там в магазине гонит. Western Union. Мусорка дымит, и они заливают ведром ведро воды, все прикольно. Ну все, мусорку потушили, можно ехать дальше.